была выловлена маленькая щучка, и начался большой кипиш. Мы утром приходим, у него, значит, все лицо оцарапано, и он весь в этой самой, в этом порошке, разноцветный вылезает. Мы говорим: детка, ты че? А большая щука. Уже, Вот кто такой пожарный? Кто-то запаляет огонь. Пожарник, да. Пожарный? Нет. А перчик убросили? А соли? Не знаю, нет, наверное. Можно и так бросить потом, когда картошка. Ну, можно и сейчас ее сварить, в принципе. Она же... Сейчас ложку принесу. А, процесс уже идет даже со съемкой. Держи пока. Да, пока да. Варьем. Важный, я думаю, это важный ингредиент. Не, перец он не портит ничего. Я согласен. О. Эта фотография будет называться 7 раз ложка, 1 с ложкой. Это видео, о. Это видео. Я надыбал кирпичику. А ты уже, что ли? Я снимаю, да. Как процесс? Надыбал кирпичику. Ну и соли, наверное, хватит. Почему нет? Посоли еще. Еще посоли. Потому что ты любишь водичку, мы тебя еще потом водой разбавим. Все, нормально. Слушайте, я из меня повар вообще, ужас какой, ужас. Это ты потом расскажешь дома, варил ты, не мы. А мы же не виноваты, что повар не варил. Не дай бог выложить, жена увидит, она расскажет, а так ты притворяешься, зараза. Скажи, что у тебя были хорошие учителя. Продолжай, как да. Да. А мы уже с ложками. Щука все равно маленькая. Да там у них в Сюме эти щуки каждый день. Конечно. Едят. Потому что уже закипает. Да. Только-только закипело, да. Надо ж. Небольшой огонек только, да ладно. Нормально. Хорошо, хоть сварится картошка нормально. Много, да, наверное, не пользовались. Она у нас в гараже так лежала. Я этот раз ходила, говорю, надо все там выкидывать. Да гараж-то тоже, как говорится, хоть там, то вот там инструменты от машины было, да всякие ключи, да я собирала, говорю, надо все выкинуть. А я думаю, что такое это? Ну так положила на полочку. А тут заговорили, Саша, да я где-то тренога была, вот пошла. Не, мы бы без нее бы, конечно, бы все равно какую-нибудь палку поставили. Ну, да. Но так-то же удобнее. Конечно. Так же. Культурный же отдых, да, у нас? Конечно. А то пришлось бы еще лисину целую срубить. Валить. Понимаешь? Там окунь, сорога и сорога есть. Есть сорога, окушок, щука. Там щука бывает крупная. Сварилась уже? Чуть-чуть не дошло. Нормально как раз надо бросать. Давай, бросай в эту же самую рыбу. По одному. Вот, подержу. А, ну так давай. Ну все. Ждем чутка, покипит. И все. Уже изменился цвет ушки. Вот три штучки. Три штучки? Да. Раз. Есть. Найдем. Все по фуншую. Три. Хорошо. О, у меня тут память заканчивается. Все, наверное. Потому она предупреждает. Или мама? Кошку надо. Нет, у меня есть еще. Потому что... Пытаемся. Так, подожди, я ложкой зацеплю крючок. Вот вниз его туда. С этой стороны. А вот. Эти. Так, операция. Операция крючок. Операция крючок началась. Операция крючок прошла успешно. Что, в дом? А пусть в дом, да? Ну, в дом, наверное, да. Ну все, донесешь? Да, конечно. Все.